Попали, значит, три тетки в рай. Ну, ангел им говорит: у нас здесь в раю все есть, делайте все, что угодно. Расслабляйтесь, наслаждайтесь. Но вот у нас еще есть много маленьких уточек, посмотрите, да. На них наступать нельзя. Кто наступит на уточку, сразу же будет наказание. Ну, ладно. В общем, под конец вечера одна тетка наступила на уточку. Сразу же гром и молния. Ангел появляется, приводит к этой тетке огромного, страшного, беззубого мужика, приковывает к ней цепью и говорит: будешь с ним ходить 10 лет. На следующий день вторая тетка наступила, в общем, на уточку. Появляется опять ангел, притаскивает опять огромного такого страшного, вонючего мужика, приковывает к ней и говорит: будешь ходить 10 лет. Ну, третья урок поняла, ходит уже на цыпочках осторожно, все-все-все смотрит. Тут раз, в какой-то момент, ангел приводит к ней такого красивого мужчину и пристегивает к ней на цепи. Она такая: о, боже, за что мне это счастье? Мужик такой: я не знаю, за что тебя, но я на уточку наступил.